Как обычно, да? Не, ну почему? Со Sleeping Dogs был белый экран. Ну да ты, блядь, ворокаешься, блядь, в твоем страшно, блядь. Рюкзаки бы где-нибудь, надыбы. Как бегаешь с таким рюкзаком. Рюкзаком, который даже показать страшно. Не, ну подожди. Чё? У меня. Охуенно, блин. Это ж, по-моему, была флешка. Ну, я поехал. Я, кстати, вчера, знаешь, даже что находил на французском сервере? Какую-то, блин, чиплата какая-то, блин, я говорю. Играл, где самые переливалки можно было сделать. Рюкзаки только крафтом добывались. Чекпак находишь. Угу. И пошел с него. Элиспак с крафт, Элиспак достает его. Какие, по-моему, было движение сейчас? Это дерево. Не вижу. Кошмар. То жарко. Тире становится, то холод жуткий. Я видел там движение, это кабан. Реально? Реально кабан. Пить хочешь? Нет. Ну ты скажи тогда. Я тогда его тут столько отбродил. Вот озеро, да? Я отбродил, блин, не знаю сколько его. С тремя банками этой фигни по вот этим лесам, блин. Ну, просто у меня фляжка есть. Набирай. Попьем сейчас. У тебя в рюкзаке место есть? Да. Сколько? Блин, одна ячейка. Ну, смотря для чего. Если... Блядь, это никого не... Мне написано, что у тебя даже в рюкзаке... В рюкзаке пусто? Что происходит? Дрова рубил. Можно мне было пройти пос... озеро посмотреть. Ой-ой-ой, я дурак, я думал, у меня есть охотничий нож, что я не поднял.
Тебе нож надо? Да я его в этом, в магазине. Ну, у меня возьми нож, у меня есть. Один символ или да? Только думаю, надо прежде чем зажигать, надо было уже пройти по озеру посмотреть. Так а что мне не успели? Ну, чтобы освобождать инвентарь. Так, я тебе в рюкзак... Что не видишь? Положу. Положил воду. Вытащи его, выпей, положи обратно. Ты мне положил воду? Да, в рюкзак. В рюкзаке. Рюкзак надо открыть. И как его открывать? Ну, G вот это ж правильно. Открываешь G, у тебя там есть рюкзак. Два раза по рюкзаку щелкнул. То есть я воду себе перелажу и выпиваю, да? Хуя он пьет. Все. Так это не слышал, Вася. С рюкзака переложу, например, в рюкзак, а перелажу. Топор туда нож, да? Лекарство нужно, правильно? Не нужно туда нож. Нижние слоты не трогай. Не трогай, ну, очень редко там, где пистолеты, бинты лежат. Не трогай пистолеты. Угу. А что, жратву можно что-то, да, поперекидывать? Да. Тысячу 11 934. Козляра. А с едой у нас проблем нет, у нас слабый логичка. Одна баночка, одна бутылочка. Ну, с другой стороны, она пополняет. Сейчас как дома очередь по землю жду. Что там еще можно после выстрела пулемета сказать, врезать мясо? Шесть кусков. Потом раскидать на полкарты, вот. Угу. Что за микрофон? Как его убрать? О-о-о! Где я? В сети, говорит, ты зайди. Зачем здесь столько лесополок?
вроде не пахотная территория. Ну да. Ну просто видишь, что-то. Поделили. Ему сказали капслок, микрофон. Наверное, подумал, что у него капслок запал. Блин, это заяц. Зомби был. Да вот с каменным словом у тебя. А это домик какой-то, да? Ищи. А, камень закирал, да. Еще один. Что такое? Там я упор собрал в этом. Тем гляну, что за бомба. Бля, да че он у меня опять не едет? Вот. А, альт, да? Хуя ты по полям там мучишься. Вышка охотничья тут справа у нас. Убей меня сюда. Как ты прям вчера. Пацан, пистолет уже принес. Они почему-то уверены, что админ находится на сервере 24/7. То есть он должен работать на них, ублажает их. Сам убейся. Найди зомби, убейся. Да просто возьми, спрыгни с крыши, да и пизди. Еще один кролик, где? Ну ты уверен, что он тут что-то найдет, мне кажется, вряд ли. Где бы прятал? В городах? Хрен там. Ну вот, да что спрашиваешь? Будем искать? Найдем, разграбим. Самый край карты. Слышал, я тебя чуть левее возьму, понял? Чтоб мы только не потерялись. Блин. Сервере, где рядом с Вилкетом находится инфекция база, базу свою создали. Ты не поверишь, очень долго просуществовала. Ну, просто шарик мы должны это убить. Причем НПЦ база рейдилась людьми каждый день. Так, ну через... Я к тебе налево. Сарай какой-то впереди стоит. Что за херня опять? Понял. Что-то не видишь, да? Чё? Да сопи. Дети считают, что с ними газу создавали. Вот. На том сервере были бы, здесь потом уже... Считайте, походу, ТП, что ли, где-то рядом. Не, я не хочу смерти. Слушай, помолчи, пожалуйста, а?
Никогда не видел, да? А, парня в дебаг зону выкинуло вообще. Да, ему не повезло. Куда, куда? Дебаг зона. Как глюк иногда бывает. Ты появляешься далеко, далеко за картой. И там НПЦ стоят. Еще 5 человек, слышишь? Пацан первый раз зашел в игру и так кинули. Так, я тебя вижу, ты справа идешь. Как непривычно. Я столько времени на том сервере играл, как непривычно справа не видеть твои умные глаза. Я помню, я сюда пришел с чейзок, винтовкой, 5 патронов. А ушел в полном эквипе. Бил снайперов, взял с них М107 и понеслась. Отщелкивал 22 НПЦ, хранящих базу. Ну вчера был пиздец. Играю, тоже такая напряженка, блядь, тоже куда-то крадусь, блядь. Сука, а у меня сосед дверью как хлопнет, блядь, сука, хотел пойти взять что-то тяжелое, ебать его. Это кошмар, это же. Новички в основном будут потрепаться. И остальные. Рестар через минуту. Написано было. Ты где? А вот он, ты сидишь. Блин, вот себе такую фигню. Я тебе говорю, вообще потеряю я тебя, я тебе говорю, извини. Краш на студенте, это что такое? Что, выходить, да, Лёва? Буду. Офигеть. Ой, блин. Ты 6 человек смотрит. Думаю, 4 на самом деле, да? Это мы где были? А, Макфайн-то. Пойду перекурю, сейчас 2 минуты как раз. Дитё вообще-то развалился толстый. Ты, мамашка, что-то четверых там бросила, одного ко мне притащила. Тащи их обратно. Лентяйка.
О, поднялось. Что там, зашел мне? Да. Сейчас, ну, тут тайм-аут 40 секунд, ждем всех. Как говорится, карта загружается. Это ж сколько надо, слышишь, вот Дима вчера, да, с машиной. Да нисколько он за один день нашел. Сейчас тоже с тобой побегаем, может, найдем. То есть он чью-то нашел, я так понял. Или она... Я у него не спрашивал. А, ну да, здесь же написано в нашем сервере администрация 24/7, вот народ и кричит. Админ, админ. Дома. Дома. Конечно, мама. Нет, воюю. Мама, ну я еще чуть-чуть. Не надо меня спать ловить. Не, ну я понял, я вечером же позвоню. Не надо. Да. Да, у нас нормально. Пока. Французом не играл вчера, блин, на французском пишут. Я им тоже пожелал доброго вечера. И что, тебе ответили? Да. Нет, на французском. Ты французский понимаешь? Учил. Я понимаю, ну, блин, если встречу знакомые слова, ну, здесь вряд ли, вот здесь же специфические, то есть. Я понял, с одного там ржали, шум. Не понял я, где это я. Да, подкатили, зараза. А ты где его? Сейчас будем искать. Если я, короче, рядом с тем домиком маленьким. Где мусорный бак? Да? Вот он, я тебя вижу. Что за звук будет? Гром. У меня нету грома. Так, сейчас попробую еще раз, потому что скайп очень громко, а у тебя проблема такая стала, что я тебя звуки слышу. А ну скажи что-нибудь. Первый, ответь базе. Во, нормально. Тише будешь. А где ты делся? А, вот он, ёб твою мать, кусты, блядь, лазил. Да, ходящий куст. Вот у меня гром. Может, тебя на улице? О, я идиот такой. Ну... Танчики же сколько лет играл? Меньше я не стал. Что такое? Ты это... Превращаюсь. Котята, блин. Забавно, она всех котят от меня оттащила, а этого оставила. Ну, думаю, что... А мне пробовал, реально он гром. Странно. Тебя вижу. Все, куда влево берем, да? Ну, как я мог. Да, самая главная фишка, где убрали лежащие мухи возле трупов. Представляешь, что бы вчера творилось в Электро? Не город, а лежащий мухосранник. Где?
О, нихера ты там деньги. А где ты делся? Не вижу. Я вообще-то рядом с тобой. Обернись. Левее, левее, еще левее. Ёб твою мать. Ты хотя бы разгинайся там или двигайся. Тебе не нужно вообще не будет вообще. Там-то деле, когда я очень сильно задротил, там в траве и гили сьют можно было видеть. Ну там нет, гили сьют, масхалач. Людей по мордам вычисляли. Своим, которые в елках хорошо так запрятались. У нескольких. Блин, а далеко нас откинуло, как я понял. Да, далековато нас, на километр откинуло. Зови тебя. Мы здесь уже пробегали. Угу. Ты типа проще было пристрелить, чем из сервера на 10 минут по-моему, про Сталинка или... Да. Что да? Думал, лазить в руку. Угу. Я тоже раз так ломился на желтое пятно, блин, на то дерево вообще оказалось. Осли, блин. Главное не забывать моргать на самом деле. Значит, там глаза болеть будут. Так, ты где? Где? Справа от тебя. Пиздец. Вижу. Я вот в близком этом бегу. Приближенный. Вот вижу. Thank you.
отойди. Правитель, да. Наверх поднялся. Нам бы тебе еще масло отнести. Я хочу через садский замок пройти, вдруг воду найдем. Так, далеко не отходим. Отойди. Осталось узнать теперь, где ты. Ну, этот ёлочек. Наблюдаю замок уже. Ни хрена. А это куда? Наверх надо забежать? Ну да. Подожди, я наверх. Наверх горы, правильно? Да. Замок и я же есть. У меня слева полянка зеленая. О, вижу тебя. Да, вертолет горел, да, у тебя такое? Не. Но Брейв то был Breaking Point. Тех мест здесь нет. И Зеленогорск, где ты устроил адскую стрельбу по зомбям, где нас потом чуть пацан не принял. Здесь тоже по-другому выглядит. Адская стрельба. Адская стрельба, вот у меня в руках. Есть типа. Как начал шмалять, весь город сбежался, блин. Я даже если бы этот пулемет в руках был, ты бы не отстрелялся. Ну, бля. Он тебя видел в любом раскладе. Бля, что за глюки? Забивать что? Чтобы забивать не беломор. Нужен бы молоток. Нету тут воды, блин. Аля, а как на ту крышу попадать? А на той крыше есть лут. Я радуюсь, что там воды нету. Банка какая-то. Нахрена делать места с лутом, которые только с вертолета можно залутать. Ни один вертолетчик сюда не полетит. Ну, кстати, на другой той крыше тоже было есть. Ну там на дно что-то. Обезболивающее. Обезболивающее. Нахрена тут это на замке нету. Блять, поляк.
Не хочу этого видеть. Мы отсюда не увидим, там самый крут, вертолет. Ну, можем. Аэродром мы отсюда не увидим. Не, в смысле Сейфоля. Это большое ограничение, 1600 всего. И Сейфоля будет. Ты же меньше. А, Поле? По идее, должны быть. Не, я просто спрашиваю, если увидим. Можно что увидеть, правильно? Ну, можешь. Там сколько там? Ты не пошли? Я то направление уже. Что я смотрю? Корова бегает, да. Все, пошли. Или дождь пошел, было бы дальше. С лестницы осторожно спускайся, потому что если упадешь, то разобьешься. Ну понял. В принципе, если ноги сломаешь и сильно поранишься, еще можно спастись, а вот от смерти никак. Будь мал. Пробежал, я зацепил меня. Не, сука, я так зацепил. Да, гуть супостаты. Чё, бля, потеряли-то? А, не один. А ты делал? Левее тебя. Через елочки. Сука, что он за мной бери? Ух, ты в полный раз и двое. Охуенно. Ты меня видишь, что? Да, ты видел, очень тебя просто. Как ты не хочешь обстрелять меня? Не надо. Присел бы, что ли? Оторвался. Да. Давай, левее принимай. Нам с тобой теперь забег на 3 километра. Чё? Да ты ебать, ну, блядь. Куда глядем? Хроны? Саперская лопатка, правильно, книги. А, так схрон можно сделать самому. Ох ты! Ну, саперскую лопату я нашел, значит, надо будет как-нибудь с тобой найти. А спроси, а где мешок с песком не стоит вообще? Разве? А, да, точно было. В натуре были мешки. Я еще тогда удивился, помнишь, говорю, нахера не надо. Давай, его спросили, нахуя гвозди надо? Зачем гвозди, скажи? Гвозди до хрена, молотка такого ж ничего нет. Побежал, да? Блядь, дико. Писал гвоздями? Ше. А, ше. Крафт. Так, ладно. Ух ты! Ух ты! Да. Так,
Как они называли свой? Нейлс. А, это бинт мы уже. Нейлс, вот это, да, они. Антисептический бандаж. Трипвайр? Что такое трипвайр? Так, трипвайр. Трипвайр, стринг. Красный этот. Бинт. Это, короче, шут. А, это ловушка. Ловушка? Растяжка, а, короче. То есть получается растяжка? Да. Ничего полезного нельзя скрафтить. Это еще, конечно, же крафт. Пока лучший крафт я видел. Кинзи. А там что? Там можно ружье было скрафтить, чейзу. Там можно было компас скрафтить, охотничий нож скрафтить. Вот. То есть нашел кусок железяки, да? Эти лапы. Охотничью вышку можно было поставить. Можно было поставить баррикады, бункер с пулеметом. То есть не тот, который, а в американском, в английском понятии бункер. ДОТ. Пулеметный ДОТ. Как-нибудь бетонный это. Можно было сделать маскировочную сеть, под нее машины прятали. Но вот маскировочная сеть — это зачем? Потому что сверху маскировочная сеть плохо видна, а машина если стоит, то у нас вертушки очень хорошо палятся. Здесь если мы кого-то встретим, то этот пацан будет скорее всего снайпер. Будь готов. А что здесь вообще? Куда мы бежим? Почему? Краю карты. А? Краю карты. И что он тут сам один делает, где сидит, да? База у него тоже нет. Знаете, вот как этот схрон выглядит, может быть, заметили бы. У меня база была на этом сервере, на этой сопке наверху. Там она очень классная. Народ, правда, часто бегает, но наверх заползать лень, а там есть ямочка такая на вершине. Сейчас мы ее и проверим. Ничего. Сколько на местах? Это сервак. Громыхает, и дождь не идет. Ну, когда дождь вообще классно. На присядке сел тупо от зомби, там вообще, не знаю, метров, блин, 10, наверное, лазит, да, ни хрена не видит. Кстати, ты на расстоянии, на глаз ты к расстоянию меньше привязать, у меня с этим проблема. Здесь, как в жизни сказал, тут 300 метров. Да? Да. Угу. Это не как танчик. Ну между нами сейчас метров 10 будет. Можешь посмотреть. 10 где-то, 13 типа. Да, да. Ну 10-15, ладно. На каком-то там из патчей взяли и испортили звуки, если честно. Раньше можно было определить, откуда звук идет. Все происходит, а сейчас они... Ну, у меня слева, например. Че? У меня слева громыхает, право, по-моему, ко мне молчит. Нет, раньше было у нас очень тут четкое позиционирование звука. Вон, у меня на видео в записи есть, где я никак не могу понять, откуда пацан идет. Примерно направление так представил, а... Не, ну, вот, ну чё, я по тебе ориентируюсь, например, если ты идешь, я могу сказать, с какой-то стороны отвлечь. Не, ну это-то понятно. Не важно. Вот, у нас
Вот тут вот одна машинка стояла. Видишь, ямочка такая хорошая. Обычно такая ненужная, ломанушная. Mm-hmm. Пацаны здесь едут и уезжают либо вправо, либо вверх. А вся основная база была вот тут вот. Вот, елочка. Видишь, тоже ямочка такая. Mm-hmm. Сверху не видно. И даже если заходить откуда-то, то тут елки будут мешать смотреть. Причем заманушную машину у нас как-то спионерили. Мы ее очень быстро нашли и переставили. Кстати, была ошибка. Мы нашли ее рядом, надо было ее взрывать. А народ там догадливый, сообразили. Машина переставила. Давай-ка вокруг посмотрим. Мы обнаружили основную базу. Нам пришлось ее передвигать. Они очень нам повезло, что обнаружили в момент, когда... Ты убежал? Ну да. А куда? Ну, ямочки тихо подбеги. Ты назад вернулся? А ты куда побежал? Ямочки. Нет, не той ямочки, той, которая на вершине. Ну вот, я тебя вижу. Развернись направо. Вот, еще проверь. Вот. Беги туда. Тогда я хочу посмотреть тебя, попробую найти. А, вот побежало тело. Ебать, если бы ты не побежал, я хуй увидел. Я за елкой для тебя. Я смотрю за елкой вообще, блин. Так между нами две елки получается. Ну я туда что бежал. Это. О, видал молнию. Убито зомби у меня 3. Выстрелом в голову 2. Считается не общая, а этот. А вот это, видишь, слева от нас высотка, где там потонулся гора. Слышали, что ли? О, мы уже возле края карты. Жратва и питье восстанавливаются, короче, до минимума, да, опускаем. Дождь пошел. Угу. Моргать начинает, да, и только подожрем. Ну, со жратвой у нас проблем нету, у нас с питьем проблем. Со жратва пойдет, без проблем. Сейчас возле края карты видишь, там жратвы бегают, как дурон. Переходишь туда, там травы нету, все далеко видно, деревьев нету, кабанчиков понастрелял. Вот и леет парчик. Может там отожраться сейчас. Отожраться? Нет, это хреново. Я просто не знаю, как на этом сервере. Надеюсь, если за карту выходишь. Блин, очкливо проверять еще все. Очкливо проверять, а вдруг выйдем за карту и умрем. Дать рестарта, зайти посмотреть, пропадет она или нет. Раньше за картой. Где ты делся? Можно было. Хреново без навигации. Я на холмик забрал, девочка. Да и я на холмик. На холмик. А видите? Девочка бегала. Есть одно место, некоторые любят там прятать, мы его сейчас проверим, вот далеко бежать. На холм этот заходим, да? Вот. Кто им рассказывает, такое уже край карты. Ну да, лысая еще абсолютно. Нет ни деревьев, ничего, короче, тупает. Ну вон он, край карты. Нет, не край карты. Нет? Это еще не край карты. Это только что. Стой, как он валит будет. А смысл? Он же что может прыгать? Там? Нет. Он как раз таки может и прятать.
на ютубе находил, ролик называется «Разграбление вражеской базы». Пацаны сами построили базу, потом засняли, какие они крутые. Огромной толпой базу разграбляют. Для незнающих а Дейзи это казалось, вау, смотри, какие слаженные действия. Значит, Дейзи говорит, что лучше не отстало. Фишка-то в чем? 252 квадратных километра карты. Но человек здесь бегает со скоростью 25 километров в час. То есть эти 250 километров, это... Бежать можно за короткий промежуток времени. Так, давай ты, наверное, можешь... Хотя ладно, будем по одной горочке держаться. А? С одной стороны горочки будем держаться. Ну это хорошо, если говорят, что на мапках схроны не показывают, то можно все-таки просить базы делать. То палатки на мапках, знаю, показывают. Машинки показывают. Зона на карте? Да, то есть на карте тебе отображается, кто где находится. Реально живет. Там вообще бегал. Типа, пока смотришь. Конечно же, это самая жесть здесь, что ты не знаешь, где люди. Очень классно так было бы бегать. Ага, люди. Ну да, вот можно спокойно. Оп. Ага, палатки, пойду долутаю. Там была интересно, не сюда нам представляет. Преимущество дает просто невообразимое в игре. На таком склоне мы, кстати, вертушку спрятали. Нет, она тоже прикольная. Курица, блядь, соблюдилась. Курицу видишь, что я? Ага. Кого? Ее скоро пить надо будет. Да. У меня уже красные. Ну, мы теперь знаем, где парень, могила. Информацию нельзя в тактической игре выдавать. Шкода шоу папа не шкода, да? Ну мы белую с тобой шкоду видели. Че ты туда решил? Мы сейчас бегим, получается, вдоль края карты. Нет. К краю. Это край еще. Все рамы бежим. Верхнего причем, северного. Я просто хочу транспорт найти. Побережье там, конечно же, видели, возле старого, но, блин, там народу ходит, кошмар. И все откуда-то стволы берут.
Видел, сколько народу бегало тупо по побережью с калашами? Mm-hmm. Откуда они их брали? В таком количестве. Да причем не щадя, ну, не стесняясь, высаживали патроны. Когда много одного такого завалил, у него патронов не было, когда этого он стрелял. Ну, выстрелял, наверное, хотя. Там, кстати, когда патроны заканчиваются, характерно разные такие. Ну, понятно, что происходит. Перезарядить. Он как Артман не взломал количество патронов. И, может, чип какой-то новый появился. Так здесь Артман не прокатит. Или вот этого типа, которого эмочку мне вчера сняли. Развели на троих вообще. И в центр зомби еще запылили. Я так и не понял, кто его убил. Зомби или Дима его с ДМР-ки снял. Ну, только когда вы за мной проехали. Угу. Тот тип, который по мне очереди очередями начал стрелять. Зомби бегают, хер с топором, там с машины стреляют. Еще тут тип выбегает с топором. Он по мне шмаляет, потом видит меня топор. Переключается, ну, оборачивается на тебя, типа кто его бьет. Видит кучу зомби, видит, что к нему еще один тип с топором бежит. Разворачивается, видит Диму, видит, что с него ДМР смотрит. Начинает стрелять по Диму и ловит пушку. Ты чё? А где ты делся? Ты чё, меня потерял, что ли? Я прямо так и бежал. Вижу тебя, впереди тебя. Потерял. Да я не могу привыкнуть, у меня тут все такое, блин, остырит. Блин, одним светом, блин. Ты перестань двигаться, я тебя не видно. Ну, да, могу. Определить карты и карты. Ой, посмотри, ты сразу четкую линию видишь. Ты где-то ровно идет, да? Вот экскрипта она и вот пошла, да? Ну вот сбоку посмотри, видишь, линия заходит, это край карты. Mm-hmm. Видишь, вот здесь вот зеленое все немножко, а там желтенькое. Mm-hmm. И смотри, здесь животных просто дурон. Вот мы всегда, когда какие-то проблемы у нас были, нету крови, не можем добраться, сюда прибегаем, животное так, постоянно. У меня вода мигает. Я тоже. Или еще можно, да? Так, у меня в рюкзаке содовый возьми. Что я свой открываю? Что я должен открывать? А, ножик у тебя. Давай я тебе нож заберешь. Ну давай в рюкзак его сложи. Чё? А че ты тулбокс и топор в рюкзаке возишь? Ну хорошо, куда их носить? Ну, с собой, вот в нижний инвентарь, это тут инвентарь, где ты тулбокс забрал, короче. Топор туда же переложил. Нижний инвентарь не перекладывай в рюкзак. Mm-hmm. Если не хочешь кому-то его потом отдать. У тебя ну, основной тоже... инвентарь, это вот этот вот, левый, там где у тебя патроны хранятся. Mm-hmm. Есть один тип инвентарей, то есть инвентарь, где вот эти вот дополнительные инструменты, инвентарь, где отдельные патроны для пистолета и основной инвентарь. Жратва его тоже мигает, да? Ну... Когда он жрать будет. Ну да. А мы сейчас с тобой все равно отъедимся, где ты корову уже видел. Просто у тебя там 11 тысяч крови, у меня 10 тысяч. Thank you.
что ты делаешь в этой лесу? Животных еще. Там были, но мне не кайф было там бежать. Здесь корову видел, куда-то она пропала. Можно за карту выйти, они начнут спавниться, конечно. Ну, не кайф, за карту не спавнить. Оп, полный. Вон, видишь, вон прямо, если посмотришь на горку, она прям как полосой разделена. Отмечается край карты. Давай я, Гарри, тебе включу, что все включать. Чего хочешь включить? Ну, надо включить GPS, тут пишет, давай я включу тебе. Так, вам еще 5,7 километров бегать. Что? Спит тут дитё, видишь? Папка его вылизывал. И он тебе не пристает, он хотят любить. Чё? Это земля такая, мне показалось. А это что, пытается все это, зайти с пиратского этого, да? Пацаны думают, что они включили, сгенерировали и могут заходить на официальный сервер. Либо их кто-то обманул в продаже ключиков. Вот, кстати, еда бежит. А это что, сверху-то еда? Блядь, не видно. Курица? Нет, тоже. Корова. О, вот это вот еда предпочтительная. Ну, блядь, пока найдем, опять пройдется туда. Животные любят телепортироваться в неизвестность. Оля. Где она его вылизывает? Все, я стопудово там молния убила его. Тушка, она уже жареная, все. А сколько с коровы это, куском мяса? Не знаешь? 6 или 8. Это хера. Я помню, в одно время глюк был на тимде с курицей, блин, 8 кусков мяса. Вон она, вон она. Коробка, не сюда. Ты у меня нож возьмешь, да, вот? Сейчас мы увидим. Ну застрели ее. Я? Да. А сколько ей патронов надо? Один, два. В голову один. Стой. Ты вообще попадаешь? Нет, попадаешь. Два. Стой. Не стреляй, не трать патроны. По-моему, забагованная. Да нет. А нет. Не. О, нет. Это мы с тобой косые. Странно. Отойди от меня. Что, жалко, да? Не, раньше через коров дюпали вещи. Нормально? Угу. 6 кусков мяса с тобой. А сдохлая ворона сколько кусков? Мясо. Скажи, блядь, две лапки и плюнь. Ну херово тут, ни хрена нет. Хреново ты косой. Я просто не точно. Так как я целился, блин, чтоб мишень, она у меня прицеле была.
Так она ж ближе к тебе получается, ты чё? Я понимаю, так я не попал, я бы стрелял, не очень. Тут прицел вообще есть какой-то, она беспрецельная будет. У меня прицела нету. Так ты правой кнопкой мыши, нажми один раз. Ты все время без прицела стрелял, что ли? Ну, вот через эту херню я и стрелял, ну, приближает. Нет, не нажал и держал, а один раз щелкни просто. Ну, приближает. Может, так сделать так, что даже это мало крови, чтобы было, у меня экран не всплывался. Можно так? Получается, мушка и прицел. Можно покушать и залить с водой. И я один хуй не купил. Иди. А как дрова рубать? У меня топоры есть тоже. Сейчас спички. Жри постоянно тут у нас. Спички? Нет, кажется. Не, нету. Мне нечего жрать, я сейчас сдохну. А лук, который у меня сейчас, не остается хороший, как не так. Ну, пойдем, я тебе покажу, как дрова рубить. Ну, как любому дереву топор использовал, да? Хорошо. Это я знаю, что на 2 секунды. Ну, блин. Не, не 2 секунды. Так, надо забежать в лес. Причем иногда, игра иногда считает, что это не лес. Ну вот встань рядом с елкой, открой инвентарь, щелкни по топору правой кнопкой мышки, выбери верхнюю надпись Harvest Wood. Вот пошел. Harvest Wood? Видишь, я один на этом. Рубы. Ну и сколько он будет рубать? Ну пока не отойдешь, а так пока 4. У меня 2-5 написано. У меня 4 из 4. Ну что, хватит? Да нам с одной бы хватило. Это ты где был? Зажигаешь? Спиной повернулся, ого, я тебя больше не потерял. Дрова сейчас как-то далеко вывалит. Ну, раньше можно было кучу дров в костер наложить, и костер очень долго горит. Сейчас я отъедаюсь. А ты смотри, как белый мужчина ест. Так, я тебе положил кусок мяса. Вытащи его, сожри. У меня в рюкзаке лежит. Даже два положил, на такой случай. Вот это биф стейк. Угу. Один. Да оба забирай. А где оба, если он один? А, оба, да. Ага. Ну все, теперь начинай жрать. Кому рюкзак закрой. Угу. Так все уже готово. В смысле? Пожрал одного хватает.
Ну, в смысле, кровь. 12 тысяч. А, все? Да. Хуя там совсем чуть-чуть было. Ну, оставь себе один. Оставь. Потуши костер. Наводишься на него колесиком, тут out fire. Потренируйся в управлении. Навожусь на него колесиком. Угу. У меня гир есть. И тут out fire есть? Нет, гир только одна. Костер может потушить тот, у кого спички, либо тот, кто его зажигал. С водой у нас, конечно же, косяк. Всего две банки осталось. Да, зачем здесь такое количество жратвы иногда попадается? Реально, животному можно откармливаться, да, потери пульса. Потому что еда 200 восполняет хп, а мясо 800. Что такое? Что, все от тебя ушли? Я здесь. Да, я здесь. Можно попусту пробегать, да? Проверить стоит. Есть два угла, где люди просто тупо любят прятать вещи. Вот мы сейчас один проверим. На одном серваке мы тут нашли так два вертолета в одном углу. Вот оно здесь, белое мяукает. Тащи его себе в ног. Да, все. До хаты тащи. Да ты знаешь, что мне кажется, что она не такая сильно популярная игра, чтобы ты игроков лучше. Ты понимаешь, написано техники 36. Было, правда, 48, написано, не знаю, куда 12 вдруг исчезло. А мы по побережью бегали так, по таким местам. Ну, как-то маловато ее находили. Ну, посчитай, ну три аэропорта, ну пусть на каждом аэропорту там три техники. Нет, просто три техники. Нет? Ну, две в старой этой. На самом деле рюкзаки вы заняться бы рюкзаками побольше. Койоты, примерно. Нам для этого нужен снайпер прикрывающий. Так, что? Ты несколько вверху не бегал, не смотрел. Ну, в принципе, да, ты же без GPS, без прочих радостей. Даже карты нет. Откуда? Симулятор бега по лесу. В натуре симулятор бега по лесу. Мне нужно тебя заставить научиться как-то ориентироваться. Ориентировать, там, высматривать. То есть сегодня ты уже получишь. Ёпта, да это тогда, блин, только это. Еще и ночью тогда, ёпта. Военная.
Жалко, кстати, велосипед одноместный транспорт. Ты так там его починить не проблема. На самом деле. Если это нормальный сервер, конечно, настроен. Да ёлки так складываются к человеку с автоматом. Это паранойя уже. У меня желтые деревья у машины складываются, а у тебя ёлки у человека. Ну просто справа солнышко светит, как бы против солнца отблики дает. На угол карты пытаемся, да? Че, на самом деле, там за сопочками, но там за сопочками уже карта кончается. Так что, скорее всего, где-то здесь может быть что-то ныкает. Возле скалки могут ныкать. Это уже проверил. Дал себя вам этот филет. Играться не научились никогда. Взял автомат и сел отстреливать людей без оружия. Поэтому не квесть Дейс. А, я же хотел посмотреть трансляцию. Значит, кибергейм должен. Цепочка желто разорвана, что связь с сервером. Угу. Да, кибергейм тоже показывает, отлично. Хрена я тут не вижу. Где ты есть? Ты стоишь же, да, за елкой. Ого, 8 человек. Привет, ребята. Так, эскейп. А ты не бегаешь вообще, или ты за елкой стоишь? Я стоял за елкой, ты сейчас где? А, вон ты. Я сзади тебя. Опа. А, ты за деревом. Развернись, я четко сзади тебя. Еще левее, вот. Ты что, не можешь найти меня, что ли? Нет. Вправо повернись. Стой. Вот, ты прямо на меня смотришь. Ну вот, я качаюсь. Да не вижу тебя. А, вот, все, вот. Ни хрена ты убежал, блин. Только вроде за елкой был. Надо на тебя этот, красную фигню, ты знаешь, отражатель повесить. Не надо на меня отражать, я специально так одеваюсь. Так радовался, когда обнаружили. Блин, вообще нам несказанно вчера повезло. Девушку нашли, мы сразу же поехали в этот в старый собор, сразу же нашли два хеликрэша. Правда, если честно, я думал, они будут более богатые, хеликрэши. Кабанчик. Ну, зато смотри, какой пуломет. Только убивает. Три километра. Тут зазря побегали. Зря бегаем, да? Пока да. Там мне кажется, что вообще без такой. Абсолютно.
О, тихо, как где? Неужели никто тут здесь починкой не занимался? О, понимаешь, дело в том, что здесь никто, блин, я так смотрю тут на сервере. Не, ну вчера ж ты видел типа на квадрике. Я вчера видел Урал, ездящий куда-то. Причем он явно выезжал из леса. Че бы он же из леса выезжал? Там не спавнится. У меня просто ничего не было, поэтому я не смог отметить дело. Это вот когда я побежал просто от электро, без ничего, и до аэродрома добежал, где в казармах ничего не было. Я был вообще шокирован. Тут добежать столько расстояния, чтобы обнаружить пустые казармы. И как всегда какой-нибудь кемпер на пожарке сидит. Нашел автомат и ждет. Чуваки с 3D обзором. С видом от третьего лица позволяет такие вещи делать. Не хотелось бы леса бросать. Народ-то любит леса, но если вертушку найдем, будет круто. Я вчера, пацаны, одну вертушку набили, разбили, но на серваке, насколько я помню, раньше была возможность, что три вертушки одновременно. Мы так один сервер захватили. Долго собирали, конечно же. Может, там еще можно было за карту прятать вещи и машинки. И мы за карту вывезли абсолютно всю технику. На карте оставили только вертолеты и велосипеды и мотоциклы. Ты справа смотрел с горки? Да? Я так остановлюсь, просто посмотрю. Ничего я не вижу. Вот, у нас был ориентир за эту дорогу. Выезжаешь 2 километра прямо, 6 направо. Потом как-то нам показалось, что нашу базу раскрыли. Мы передвинулись вглубь на 5 километров. Там все кричали, мы вашу базу нашли. И казалось, что не чужие базы сегодня находятся. Тоже за этим, за картой. Причем там есть фишка, если палатку поставить, то ты ее не увидишь, пока не будешь с приближением бегать. То есть так одну базу разворотились. Кровь будет добра. Говорит, иди, говорит, мы тебя уже ждем. Ну смысл вот этой игры, блин, не просто просидеть как бестолково на этой. И все что ли? Ну да. Они играют в крутую игру, реалистичную. Ты говоришь, да я в Дензи, чувак, крут. Я в Электро знаю, сколько народу крошу. Черная под собой держу. Мне все уважуху кидают, респекты шлют. Вау, Вася, ты с топором-то по Электро бегал, а? Ты типа с калашом топором зарубал, а? Не, ну вчера чувака, конечно, да, гэпнули трагион. А он вообще, не знаю, как дурной какой-то бежал. Да он просто потерялся, ну представь, Вова. Он, тут зомби, тут я с топором, блядь, тут вертолет стоит, тут, блядь, машина, блядь. Перед ним бандит в кустах с топором валяется, он ж по мне очередь выдал. Кто-то крутится влево, влево, он как раз до меня пробует довести, но у него зомби его конопатят. Он нервничает. Мама, меня убивают. Злые дядьки снасильничать хотят. Не знаю, ничего. Держите вы, хлопцы, сейчас я его огуляю. Хуля. Окучил. Ну это ж в этом. Властелин колец от гоблина.
Вот это меня больше всего пугает, когда ты начинаешь по елкам бегать. Чем? Ты пропадаешь просто из виду. Давай. Бывает. Это, блин, постоянно бывает. Жизни туда хера, вот пить я уже этот, уже жил. Половина, да? Угу. Ну, где-то водичка была там. Вот. Нам что, нам на эту сопку забежать надо будет, в гору вернее даже. Ну, сопка. Да посмотреть. Там мы вернемся назад. Ты слышишь, вот это черное, это назад, это куда? В обратную сторону пойдем. Скалку проверим. Будем водопои искать. Кстати, жалко, что не все водопои на карте отмечены. У нас всего одна фляжка. После чего куда-нибудь наведаемся. Я, правда, не знаю, стоит ли опять с тобой на аэродром идти. Я знаю, за картой есть вода, но это море. В одном из патчей это поправили. Раньше можно было к морю выбежать и воду забрать. Кстати, он выводит. Кто сейчас в электро или рядом? Он дальше по городу не уходит. Будет неприкольно, если здесь разрешено за картой прятать. Это без вертушки бесполезно, чтобы поискать тогда. А ну-ка, админы Шкоды онлайн, сейчас попробуем. Школьник, который всех кричал, что в электро перестреляет. Вообще отправился за карту. Что там такое? А, это не кабан, это бараш. А что это, видал он там? Лунная походка. Лунная походка. Он по ступенькам типа идет.
носи папе ботиночки. Не, погоди, там дальше площадка, там за этой горой, за той горой площадочка. Здесь вертушки так не спрячешь. Да, тут тоже неплохая ничка, ямка такая. Нет, хреновая ничка. А кто сюда пойдет, Виктор? Мы. А? Что нам делать, некого, мы лазим, смотрим. Понимаешь, ты просто мыслишь. Вот, вот здесь вот. Ты мыслишь. Можно прятать очень хорошо. Вот эта вот нычка, на самом деле, для вертолетов почти идеальна. Ты мыслишь просто глобально, потому что ты взрослый человек. А играют кто? Караеды играют. Они не будут мыслить глобально, что нужно пойти вот туда, вот и там вот. Заметил. Эх, нету ничего. Игру не только дети играют. Вот, вот здесь вот. Видишь, какая классная вертолетная площадочка. Mm-hmm. И забегать надо туда очень. Вот, вот так вот бежишь, и не видно, что внизу. Хочу посовериться окончательно. Печально. Ладно. До ближайшего города, до ближайшей воды нам 4 километра. Пристрелю тебя здесь. Пила. Ну, потом уже пойдем, где народ должен, по идее, обитать. А где ты есть? Сзади тебя. Уже на юг беги. Угу. Хорош. Это классно ты сказал, на юг. Ну вот смотри. Конечно. Вот тот вон конец карты. Это север. Этот, соответственно, запад. Туда восток. А вот куда я лежал, ну, это юг. Ты не так же не север, остальное разберусь. Север сзади. Нема тут ни хрена, не буду тут они прятать. Ой, ну, значит, мы здесь заныкаем. Значит, у нас здесь будет база, как вы надели Ты же видишь, как они играют. Они сели в города, тут тупо мучают все, что шевелится, и все. Нет, интересно. Так, тут посмотрим. Там чуть-чуть остановился, так вперед убежал уже. А, наверное, на ту супочку и побежим. Ты которая по прямой? У меня провода уже мерцает.
Ты что будешь? Сладкую водичку или, или чистую? Да не сырой. Ну вдруг тебе предпочтение есть, типа кока-колу или пиццу? Это надо, да, попить будет, сходить попить, я понял. Самому аж пить захотелось, да? Да, тут же можно, в принципе, даже... А, нет, тут же все заканчивается, жратва, питье. Да-да. Надо выходить и типа, да. Некоторые новички так вот кладут своего персонажа, а в лобби не выходят. Они заходят и убивают. А в Намальске они вообще иногда замерзают до смерти. Там и так холодно. Прочитать, кажется, но... Если честно, мне это так нравится. Травиана, где-то Травиана. Забыл, короче, но там тропические острова, вот там прикольно. Ну, ты себя раньше съездил, да? Играет или? Да. Но, но лучше Черноруси на самом деле ничего нету. Лучше Черноруси, только лучше на Черноруси. Черноруси. Только если нормально лучше. Голяк тут полный, да. Видимо, они до сюда не доезжают, значит, где-то в середине карты будут. Да, я тебе говорю, там в середине карты точно. Рядом с аэро наверняка кто-то где-то что-то заметил. А даже я тебе еще сейчас наверняка даже бежим с той стороны, где больше народа будет прятать. Ну, нам так главное до воды сейчас добраться. Я тебе, знаешь, что скажу, у них просто не хватает воображения это все делать. То есть человек зашел тупо, реально, там убил время, там его убили, он убил, он. Как я вот по первой играл, не пуха, ну я, блин, взял, побежал, схватил, там бах-бах, меня зомби сожрали, это вообще. Не сложно поверить, что на этом сервере играют люди, которым не пофиг на будущее, вернее, пофиг на будущее. Хотя, в Намальске одно место держали, туда столько техники свезли с карты, там такая база была. И она почти на открытом местности находилась. Заходи, проверяй, так никто и не нашел ее. А все ломили, спали сам. Да, ее разграбил только один из наших. Ему не понравилось, что его закритиковали за игру. Ну, блин, реально. Там нужно одну точку, одно место, А2, постоянно контролировать. Народ туда бегает, всякие вкусняшки. А он лежал с снайпером. И он, сука, Антон Тхунчев, все время проебывался. Время пропускал ко мне людей. Потом вертолет вообще проебал. Соответственно, выслушал кучу критики. О, домик какой-то. Обиделся, сопли пустил. Пошел базу нашу разграбил. Завалил нашего типа, у которого было самое крутое оружие. Он подозревал, что это все. Свой может спину выстрелить, он забрался, разрушил всю базу нашу. Летило кусок. Ну и что? А ничего, мы через неделю установили. Что еще можно сказать? А он больше не играл на том сервисе. Ну и все. Он один бан схватил. Ну, потом мы тоже ушли, потому что один там неадекват. Он типа мог всех убивать, а все не имели права его убивать. Если ты его убиваешь, то он тебя там через админскую консоль. А че это зомби-то кадрится? Где? Может быть, ну, надо будет пронаблюдать, наверное. Вон там, возле домика, зомби выехать сюда даже не видел. Значит, наши были, либо кто-то убежал. Блин,
елки, как человек сидящий. Да, наши были херасины, даже глючат. Было очень далеко, он на тебя загрелся, потом передумал. Да, тоже самое. Ну что, тогда попьем? Да побежали еще чуть-чуть. Что попить надо? Забирай пепси тогда у меня. Ну нормально, в принципе, кстати, не умрем от обезвоживания, нам 2 километра до воды осталось. Там же крови еще сколько, это 12 тысяч. На крови бежать. Ты знаешь, я лучше кровь для перестрелки оставлю. Да я тут смотрю, блядь, по перестрелке. Одно хорошее попадание, это все. Ну это в голову. А если с АКМа по тебе, фу, с АК по тебе стреляют, то ты долго в парню не себе протянешь. Нет, ну давай пройдемся по сторонам. Давай сюда перебежим на ту сторону лучше. Эта сторона более импонирует. Ну тоже домики, да? Есть что спиздить, да, вниз? Нет, он только в сарай может. Ну, так и в сарай сейчас заглянем. Справа сарай с зомбом. Коровка. Кстати, здесь, по идее, может этот и смыться. Урал. Как же так? Устроили, блин. Моему полотенцу пристают. Опа, машинка. С колесами. Ну, два это как это. Минимум есть. Это вчерашняя это. Это Дима, о чем потом заходил? Не знаю. Она. Да, она самая. И. Колеса чистят. Нет, это не. Ну, либо он что-то донаходил, но. Опа! Чувак на машине был, что ли? А не было его там. А как она поехала? Не знаю, читер что ли? Не было никого в машине. Стреляй по нему. Да смысл, да, он далеко. За бред. Да как? Я потом на записи посмотрю. А где ты? Сзади. Идешь. Слышишь, там не было никого, что за бред? Двое. Вижу тебя. Три зомбака. Третий бы уже подстал бы.
Так, я бежал в твоем направлении, куда ты убежал. Бежал туда. Ну я чуть-чуть ниже спустился. Я понял. Бить за тобой еще, да? Нет. Я решил отписаться. У админа спросить, что машины. Что машины сами везли. Ты меня видишь? Да. Направо развернись и вверх, смотри. Ну, направо. За мной побежишь, нет? Или стоять будешь? Я тебя не вижу, куда ты бежишь. Ну вот, прямо сейчас ты на меня смотрел, вот. Ой, побежали. Наверняка где-то недалеко будешь. Не пустую, я заправлялся. Ты понял, а он пишет, что он в электро. Не было никого. Не пустую. Он говорит, не пустую, я заправлялся. Не было никого. Я специально бежал. Блять, сейчас. Да как он заправлялся, если нас двое здесь было, мы не видим. А сейчас подойдет. Это слегка проверяется.